Все, ребят, Лана спалила, если что, свою фамилию с именем. И вы представляете, ага. Я иду такая, и приходят два мужика здоровых. Это я с тобой не буду разговаривать. Я с тобой всё, не буду последний разговаривать. Последний ролик. Всем привет, котят, меня зовут Лана, и мы сегодня с Йоши в клубе. То есть нас должно быть больше, но нас только двое. Но мы в клубе, если что. Должно быть нас, получается, сколько, Лана? А то давай ты скажи. Да? Да? Ну ладно. Два в значит, кубе. Значит, 8. Йоши, как известно, умеет считать, а кошки не умеют. О, что? Подожди. Куда? А что меня выпихнуло назад? Слышь, что? Вот тут, ты поняла по этим, да? Что? Да. А, что? Нет, просто, подожди, надо зачекпоинтиться, меня не чекпоинтит. Как не чекпоинтит? В смысле? Меня чекпоинтит, я на пятом. Потому что я умерла, и меня кинули обратно. А вот ужас сейчас... Ужас какой, Лан, ужас. Вот, сейчас бейдж получили. Нам надо бежать, потому что бейдж, это значит, что... О, по резиночкам. Нормально, нормально. С другой стороны, сейчас по Москве примерно 3:30 ночи, поэтому... Если вы не знаете, ребят, мы немножко боимся игр с бейджами, потому что нас постоянно в них преследуют. И преследуют одни и те же люди. И это, знаете, похоже на какой-то... Сталкинг, это немножечко опасно выглядит. А что, нельзя сказать сталкинг? По-моему, на английском оно... Хотя, кто его знает. Ладно, дело в том, что по Москве уже 3 часа ночи, а, ну, уже 3:30. А по Белграду 1:30, и мы бы сейчас пошли бы спать, конечно, но поняли, что видео на завтра у меня нет. Поэтому вы будете смотреть, как мы прыгаем внутри куба. Йоши, ты куда уже спрыгнул, скажи, пожалуйста. 15-й. Ну, на 16-м, но я тебя жду теперь. А как я пойму? Пользуясь случаем, пока Лана там еще медлит, хочется сказать, что можно, пока Лана медлит, поставить лайк, да, и подписаться на канал. Мне обратно выпрыгнуть, просто пока еще не успели поставить лайк и подписаться. Я думаю, вот сейчас уже все успели. Вот прям сейчас, ну, примерно, я думаю, да. Уже можно прыгать вниз, вот, ну, все. Ну ладно, хорошо. Новый синенький уровень. И, кстати говоря, по-моему, мы либо в такой игре зависали, либо в какой-то подобной, потому что я прям отлично помню это. Похожая была. Мы даже недавно, я вроде натыкалась на нее, но этой конкретно не было. Ну знаешь, Ёж, это как ТВРА, как вот эти вот все штуки. Это очень все повторяется. Нервоуспокаивающее, я бы сказал. Это да, это тоже. Но Тавр, я бы не сказала, что нервоуспокаивающее. Нет, Тавр нет. Тавр... Но здесь вполне себе спокойно. И знаете, то можно так истории какие-то порассказывать, что-то о, вот так да. Вот. А, ну, рассказывай. А, ты думаешь, так это работает, да? Ты сказал, о, да, я думала, у тебя может быть какая-то история. Знаешь, это вот как на стримах, когда тебе говорят, там, вот, расскажи какую-нибудь интересную историю, а вот они сразу все уходят. Вот если ты мне скажешь, расскажи интересную историю о... И о том, я тебе... как мы сегодня так. Просто так сходили в Starbucks. А, да, ребят, короче говоря, ну, надо же на что-то жить, представляете, вот. И мы правдами и неправдами свои деньги, которые есть... Да, мы меняемся деньгами в Белграде, если вы не знаете, какой маленький секрет. В общем, да. И мы, короче, через людей это все дело делаем. Ну, потому что так все меняются деньгами в Белграде. Потому что когда... Не только в Белграде. Ну, и не только в Белграде, да. Когда вы... Приезжаешь в другой город. В другую страну, давай так. И у тебя деньги там вот в другой стране. А сейчас в этой стране все сложно с деньгами и их переводами. В общем, мы ходим... Как там с деньгами? Да, с переводами очень тяжело. Это так странно, знаете. Из рук в руки, знаете, как какие-то нелегалы. Просто такой, брат, это вот похоже деньги, на такие разборки, отдавай ребят. Свои деньги. А когда, ну мы сейчас расскажем сегодняшнюю историю, но я сначала вспомнила и расскажу прошлую. Когда Йоши уезжал, мне пришлось меняться деньгами без Йоши. И вы представляете, я иду такая, и приходят два мужика здоровых. Я такая говорю, что-то я говорю, даже боюсь. Они такие, не бойтесь, и дали мне все деньги, а я им еще не перечислила. Реально, просто дали мне деньги. И я думаю, ну ладно, типа, спасибо. Теперь уже как-то и не страшно. Теперь уже не страшно, да. Вот, но мы с ними так мило пообщались, они, в принципе, были хорошие. Вот, но сегодня было немножко... Я вообще не думала, что мы расскажем о том, что нам надо было меняться деньгами, но раз мы уже это начали рассказывать, то расскажем еще и о том, что человек сегодня просто к нам решил не идти. Да, да. Сначала, знаете, как это бывает, когда человек что-то не хочет, у него там собака съела домашнее задание. Да, у меня,
например, такое. Когда я училась в университете, у меня были преподаватели... Ты куда меня на голове понес, слышишь ты? А, да? Да. В смысле? Я даже не заметил. У меня отмазывались преподаватели в университете, и один раз была отмазка, у нас кошка рожает, у вас не будет занятий сегодня. Нормально, слушай, ну так это вполне себе причина. Так что, ну, я... А я не знаю, понимаешь, была ли у них вообще кошка? Это ничего. Это, ничего, да. Это у них нормально. Точно была собака, но чтобы у них была кошка, я не помню, вот честно. Надо было записать, а потом в случае очередных родов уже сказать, так, а у вас же, как когда? А у животных А сколько было? У вас? Они такие, а это уже котят? Новые котят. Да, в общем, короче, вот как-то так. Да, и сегодня мы, в общем-то, договорились с человеком. А он такой, прикинь, сейчас смотрит это видео, такой, ну они, блин, конечно, блин, рассказали всем, да я, блин, просто не получилось. Ну не получилось, ну... У меня не вышло. Ну, короче, мы с Ешей просто сходили в Starbucks. Мы поэтому, кстати, не записали видео в нормальное время, да. Потому что у нас-то был вечер, а, ну, в России, где Ульяна и Ева, было уже немножечко поздновато. Да, сомневалось. А, и поэтому мы сказали, ну, выйдите, конечно, отдыхать, а мы что-нибудь запишем. Мы потом сами запишем. Мы сидим, а потом уже 1:30, и мы такие, типа, ну, блин, не запишем, наверное, уже. Поэтому вы смотрите на то, как мы ходим внутри кубика. Вот. Да. Да. Хорошо, что мы хоть что-то есть. Мы в кубе. А, да. Да. А, вот. И да, что? Короче, ты отвлекаешься. Да, я расскажу историю про человека. Да. Да. Давай, я рассказываю. В общем, просто чел говорит: так, ну давайте к 9, ну, по месту. Сначала было к 7. Спасибо. В смысле? Говорит, давайте к 9. Он нам сначала сказал. Че? Ну, все, рассказывай ты. Все, теперь ты рассказывай. Все. Ну, он сначала сказал же так, а потом не так. Ну, короче, ладно, хорошо, к 7, да, действительно, к 7. Он сказал, давайте к 7. Да я просто попутал-то по Москве, блин. Он говорит, к 7, давайте, увидимся в Старбаксе. Мы такие, ну, давайте. А мы, ну, я, по крайней мере, точно, человек пунктуальный. Лана тоже вроде пунктуальный. Ну, да. Вообще-то да. Это что ты так дышишь? Это у тебя какие-то сомнения на этот счет? Ноль сомнений. Я же тебя догоню. В общем, да, мы люди пунктуальные очень. Догнала. И мы приходим без 5, там уже заказываем себе кофе. Я заказал белый горячий шоколад. Вот, значит, и мы, значит, садимся, и Лана пишет: так, здравствуйте, давайте мы вас ждем на... Ну, вообще, Ёж, ты неправильно рассказываешь. Я думала, что ты говоришь, к 7 это когда мы с ним изначально договаривались. А он потом написал, что, ну, к 7 не получилось, давайте к 9. Так мы только сели, мы же еще не... Еще не пришли, мы же не с 7 до 9 там сидели. Мы туда пришли потом к 9, как он и сказал. А, да? Ты что меня путаешь? Они, мы не сидели там 2 часа, ты чего? Нет, мы не сидели там 2 часа, подожди. Ну, так мы к 9 пришли, а Starbucks до 10 работает. Ну, что ты рассказываешь неправильную историю? Все, ты меня сбила дважды, теперь я не хочу рассказывать. Мне уже неинтересно рассказывать. Главное, видео ты начала с того, что мы пришли рассказывать истории. Когда я начал рассказывать историю, ты меня просто каждое мое слово, ты меня просто сбивала каждым своим словом. Если ты рассказываешь неправильно. Нет, все, истории больше от меня не будет. Это больше не проси меня, я больше не рассказываю историю. Вот рассказывай, как было, а я, пожалуй, помолчу и послушаю. Да я не хочу уже рассказывать, как было, но дело в том, что сначала писал всем. Мы сказали Еве и Ульяне, что вот мы в 7 часов пойдем. А он потом говорит, ой, нет, мы говорим, ладно, мы не пойдем, мы давайте запишем. Мы успели записать одно видео, потом он пишет, не, я еще не могу. Мы успели записать еще одно видео. А потом он говорит, ну давайте в 9. И мы такие собираемся и выходим, а мы уже выходим, а он говорит, ну я еще там должен был помочь там с переездом кому-то, и поэтому не пришел. Вот, да. И мы такие, типа, ну ладно, а когда вы придете? Ну сейчас я вот деньги сниму в банкомате и приду. И мы такие, ладно, хорошо. Мы уже пьем кофе. Кстати говоря, Ёша взяла вот тепленький кофе, я почему-то хотела холодный, но у меня голова так сильно болела. Я думаю, что мне надо холодный. И, знаете, это было так вкусно, мне так понравилось. Вот. Ну, в общем, короче, человек в итоге просто не приехал. Мы там сидели, он такой, о, у меня там не дают деньги снять в банкомате, а там еще вот проблема, я еще даже не выехал. Но мы на него немножечко разозлились и сказали, мы уходим. А потом он стал извиняться. Ну так, вот. Я, в общем, злая теперь, потому что, видимо, придется завтра куда-то еще идти, чтобы жить. Понимаете, как бывает? Да, к сожалению. Как ты пришел вот эти вот противные кольца? Меня они раздражают.
Не знаю, я уже не замечаю особо, я вот по цветочкам прыгаю. Какие цветочки? Какая-то коричневая фигня круглая. Пустите меня. Уже вообще надо... 10 уровней назад, откуда я помню. Какие? Сколько? Ты знаешь, а я ты чё, ушёл? Это ты просто медленно идёшь. Я не медленно иду, я просто пыталась не умереть, но я умирала. Вот, в общем, история о том, как мы просто ходили. Ну, мне понравилось просто ходить в Starbucks без цели. Знаешь, обычно туда ходят там поработать, может быть, там, да... Там, ну, да. Когда есть цель выпить кофе, вот реально там, знаешь, да, вот хочет человек. Прям я не могу без кофе, прям да. Сейчас я вот должен надо. Или должна выпить кофе. Вот, или почему еще туда ходить, там с кем-то, ну вот встретиться, да, вот как мы должны, бля, да. Просто сходили, ну и нормально, и сойдет. Вот, только у меня потом язык замерз, потому что зимой холодный вот этот фрапучино, это, конечно, так себе идея, да. Но в целом мне понравилось. Так что надеюсь, что вам иногда заходят вот такие, о, цветочки только сейчас, блин, а, там был листик, праволистик. Да, праволистик был, это правда. А какой листик, не праволистик? Ужас какой. Возле этой левой штучки. Да, я уже прошла. Ага. Кстати, если у вас есть идеи для видео, потому что мы сейчас искали идеи для видео, и вместо того, чтобы ну, что-то классное записать, записываем вот это, мы проверяли в Дискорде, куда вы обычно скидываете, и там, на самом деле, ну, идей было... Так сказать, было, но в основном были идеи, где один человек просто одно и то же пишет, так что... вот, не знаю... Чего? В общем, не знаю, пишите что-нибудь интересное, мы обязательно поиграем, потому что вот сейчас это было очень надо, но из-за того, что бывает, что кто-то спамит, ты просто не долистываешь до чего-то интересного, так что да. Я что, ты все равно... Ты перестань так быстро бежать, ты укушенный, что ли? Укушенный, ты укушенная. Ты укушенный, почему ты так быстро бежишь? Как ты так быстро бежишь? Мы же вместе проходим, а ты вот такой, ой, нет, я пойду, пожалуй, быстрее, потому что я обиделся, что Лана не дала мне сказать неправильно. Так, все, бан. И я не общаюсь с тобой, все, пока. Все, это бан, все. Расскажу вам, значит, чем мы занимаемся последние 2 дня. Точнее, под что мы едим. Значит, я купил Netflix, в смысле, не... Ну, было бы здорово, если прям всю компанию, но, к сожалению, только подписку. Вот. И мы посмотрели сначала Жожа полностью досмотрели. Вот, потом, точнее, не так, вот в конце уже Жожа досмотрели там фильмы, сериалы, что-то посмотрели, там, короче, такое по мелочи. Вот. И мы просто не могли найти, что посмотреть интересного, потому что тренды либо я, либо Лана смотрели, либо по отдельности, либо вместе. Вот. И поэтому мы, короче, такие типа: ну хорошо, давай ткнем сюда. Вот, ну все, и просто ткнули в рандомный сериал, а он оказался японский, и это типа как дорама, но, ну короче, он не то чтобы совсем интересный, и еще и читается все, и короче, и выглядит как-то все супер, как-то вот прозрачно, так как-то, так вот, вот знаете, как дорамы, вот обычная, вот как обычная вот это, дорама. Вот это обе, то есть вы, в принципе, да, тут, да, примерно... Очень да, похоже. Вот, очень по сравнению похоже, с Тавром, вот я же вы ожидаете, что будет Тавр, а там вот это. А там не Тавр. Ну, в общем, да, и мы уже, просто потому что надо досмотреть, мы второй день смотрим на это все дело. Называется Алиса... Как там? Зазеркалье, да? Borderlands, да. Да, Borderlands там что-то такое, да. В общем, где-то Алиса, я думаю, вы А кто найдете. Алиса, мы так и не поняли. Да, да, кто Алиса? Ну, типа, сама ситуация это такая алисовская, я бы сказал. Ну, вот, просто мы да. сначала думали, что там будет героиня, а ее даже имени вроде не сказали. Ну, по-моему, сказали, но она не Алиса. Мы просто, да, мы просто даже и не помним особо. В общем, мы просто досматриваем это уже второй день. На и я уже прям, да, я прям вообще не хочу. Мы x1.5 включили скорость. И я просто такой, так, да. Надо досмотреть. Я уже не могу это бросить. Надо досмотреть. А Йоши вообще, вы знаете, как с Йоши что-то смотреть, это вообще капец. Вот я могу спокойно там... перестать читать книгу, которая мне не понравилась. У меня вообще есть правило 50 страниц. Вот вы читаете 50 страниц. Если книга за 50 страниц вам не понравилась, все, вы ее закрываете и читаете другую книгу. Зачем вам тратить время на то, что как бы вам, ну, очевидно, не нравится? За 50 страниц автор уж мог бы постараться и что-то вам предложить. Вот, так и с сериалами. 3 серии, потолок, не нравится, смотришь что-то другое. Зачем, как бы, да? То есть...
Так что, а Ёши нет, Ёши вот досматривает. Ну а чё, я уже потратил время на то, чтобы вот это посмотреть, так, начало. Я должен досмотреть. Ты будешь, вот ты случайно начнешь и будешь смотреть что-то, ну, совсем плохое. Я не могу плохое. Случайно начать смотреть. А вот плохое. Это ты случайно начал смотреть. Да, ну и что? То есть мы даже не почитали описание, о чем там речь. Мы вообще думали сначала, что это про зомби будет. Потому что герои один раз сказали фразу про зомби или два раза, и мы такие, это что, про зомби? А потом-то просто все исчезли из города, и мы такие, ну, наверное же, это из-за зомби, из-за кого же это еще может быть. Да, так что было примерно вот так. Ну все, не спойлери, вдруг кто-нибудь решит смотреть это все. А там не про зомби, такой, ну блин. Ну, реально. Вот. Ну, в принципе, может, кому-то и зайдет. Но я бы посмотрела что-то более вразумительное. Я бы вообще, я знаешь, сколько сериалов не досмотрела? Я вот не знаю, как ты так их досматриваешь постоянно. О, я все досматриваю. Ужас какой. Страшный ты человек, получается. Да я, да. Вот. А я... Ты все еще на... Посмотрите, ну... А, подожди, что, я вроде немножко тебя догоняю, да? Нет? Сколько там между ну, нами уровней? Ну, я на 155-м, ты 44-м, наоборот, отстала. А, да? Я да. Почему-то посмотрела и думала, что я это Кристина Акселот. Все, ребят, ладно, спалила, если что, свою фамилию с именем. Просто увидела случайно, да, среди игроков человека со своим именем и фамилией, такая, о, подожди, я думала, это я. Это же я. О, тезка! Подожди, тезка? Вау. Надо же, какое совпадение. Ой. А я как раз видео тут записываю, а тут кстати, я. Кстати, вот да, почему-то никто ни разу не говорил, что я Кристина. Вы же там вот думали, что я Света. Почему не Кристина? Действительно. Вот как почему? Бы... Она вообще-то Кристина. Кристина, 35 лет. Так, вот, а вот с этим, пожалуйста, не надо. Мне уже, знаешь, какой самый популярный комментарий в моем новом ТикТоке, кстати. Так я поэтому и сказал, там просто, типа, да. Как раз-таки цифра 35. Да. Я так говорю, ты 37. Говорил 37, да, вот но все именно, забыли. В чем проблема? Ну, они решили, Кристина, они, знаешь, они решили, что я обижаюсь на 37, значит, немножко меньше, наверное. Да, здесь поменьше, да. Ну, значит, 35, правильно? 35 же меньше, чем 37, значит, 35. Ну, вообще, да. Ну, вот, это значит так. О, Кристина! Акселот, вот она, я ее догнала. Вот она вот в соседней комнате, фотку через комнату. Надо с ней 37, сделать. В скобочках, 5-летняя. Ёж, я тебя забаню сейчас, тут Кристина настоящая. А нечего было видел, кстати, мою историю. Да вообще-то общая история, между прочим. Прерывать. Но ты сказала, расскажи историю какую-то. Так я ты, говорю, если неправильно рассказывала. Слушай, все. Если бы я рассказывала историю неправильно, ты бы тоже меня остановил. Нет, потому я что... молчу и жду, как пока это? Ты расскажешь историю. Я вот такой да человек, нет, ты приятный, за правду. Позитивный, ты такой за хороший, правду. такой вообще, ой, прям. Такой ой. Такой ой, да, это я. Ой, да, ладно, хорошо. Ты медленно как-то идешь, по-моему. Знаешь что, я... Достаточно быстро иду, потому что я еще и сижу неудобно, между прочим. Что у тебя ужас. Кресло. Кстати, вы знаете, что Ёша приехал и пришлось отдать ему кресло. А, это ложь, смотрите, это что? Ложь. Я не просил отдавать мне ну, кресло. Да, просто ну да, ну так это же она твое. Сразу подкатила его, типа, сюда. Ну, потому что я же его украла, надо же сделать, чтобы это было незаметно, типа. Все вот так и было, как ты. Да, я вот Телеграм наш не смотрю прям вообще. Вообще, ну, не смотрю. Знаешь, на самом деле было бы невежливо забирать у тебя кресло, потому ага. что это твое кресло. Да. А вообще-то. Когда тебя нет, можно забрать твое кресло, потому что конечно. Я его не съела. Но не я считаю, конечно. Что так. Нормально. Ну вот, тем более, так что не надо. Ёж, мы тем временем прошли уже половину всего. Я догнала еще какую-то 65%. Девочку. Я с тобой не разговариваю. И она очень похожа на ту вот самую Кристину, которая там была. Но это не Кристина, это кто-то другой. Поэтому мы ее обгоним. 60% уже прошла. Я 170 этапов. Вы представляете, пока мы вам вот это рассказывали, мы уже прошли практически всю игру. Ну как всю? Ну тут просто 180 максимум. Нет, 280. 170 это я прошла. В общем, 280 уровней. И делайте ставки, мы пройдем их сейчас. Нет, ты что смеешься надо мной? У меня сегодня язык онемел вообще-то. Я прошла 170 уровней. Это 60%. Всего уровней 180. А ты, зараза. Все, я с тобой действительно не буду разговаривать. Это я с тобой не буду разговаривать. Я с тобой все, не буду последний разговаривать. Последний ролик. Который я с тобой вот, записываю. А вот, понятно? Значит, вот пересматривайте теперь это видео. Все, это последнее видео. Вы не услышите. Все потому, что Ёж сам перепутал время, а потом говоришь, что... Нет, потому что ты
ты, потому что не даешь мне рассказать историю. Так ты неправильно рассказываешь историю. Там вся суть была в том, что мы сначала договорились на одно время. Человек не пришел, потом мы пришли на другое время, он все равно не пришел. То есть он нас несколько раз такой сказал, что я приду, а сам обманул. Это был обман. Да, динамщик, конечно, продинамил нас. Да, и мы еще и без денег, кстати, остались. Да. Если что. Блин, мне не нравится, когда надо в обход идти. Я понимаю, что надо идти в обход, а мне хочется так прыгнуть вот на то, что ближе, а приходится идти в обход. Ой, бедолашка. Все, короче, знаешь, Ёж, давай-ка. Вот это вот твой... Вот это вот все. Сколько там уже видео? Я считаю, что пора заканчивать. Отличный момент, чтобы закончить видео прямо сейчас. А, тем более 65%, вот те, про которые Ёж сказал. Вот если бы ты не сказал, я бы с тобой дальше общалась, а теперь... Так хотела вот на этом закончить, но тут магазин какой-то есть. Ладно, это было очень вовремя. Магазин этап. Можно купить. Ладно, я не буду этого делать. Не буду показывать свое превосходство с помощью робоксов. Так делать не надо. Так что, я думаю, что мы на этом будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь. О, господи, тут девочка летает. Это из-за меня? Извини, пожалуйста, я отойду. Я так шуранула, ты бы видел. Фух, ладно. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока. Пока.